Ну, я была муж, ребенок. Ну, как, конечно, подскочили в подвал. Ну, да. Часто в подвал ходите? Ну, сейчас, в принципе, нет. По мере попаданий ближайших. Где ближе, там уже и спускаемся. Не думали отсюда переехать? Да нет. Нет. Нам тут нравится. Привыкли к этому всему, да? Ну, сколько лет. Никуда не выезжали. А чего вот они стреляют? Вот, какие причины вообще? Вот, как вы думаете? Ну, я думаю, что у них просто одни координаты и каждый год по одним точкам, потому что через пару домов там на поляне один раз упало, потом где-то метров через 10 на следующий год упало, потом тут по соседству падал на соседней улице. Метров 5-10 каждый раз разница. А получается, вот с одной стороны вот улицы один раз упало, потом ближе к этой улице упала. Ну, теперь тут, вот на соседней улице, там вот со стороны телекончика падала. Тут вот на, получается, перекресток там вот падала тоже. С той стороны, со стороны Майорского похода. Я еще на улицу выходил, вечером слушал. Да тут никто не спал. Оттуда там сверкало, светело сюда. Да ну стекла повылетали. А так пока вроде ничего так. Соседи тоже повылетали стекла. Соседу сарай разбило. Там животину побило.